Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 декабря 2020 года, и я продолжаю мини-концерты нашей жившей поэзии из цикла, это даже не мини-концерт, а цикл об ожившей поэзии «Замолвите слово». И сегодня я хочу открыть такую тему. Сегодня я хочу рассказать о любимых песнях ожившей поэзии. Я сейчас готовлю книгу, уже вот-вот выйдет книга о Галине Воленберг в ожившей поэзии, потом будет книга, которую я сейчас готовлю. Вот в рамке этой подготовки я хочу вам показать любимые песни нашей ожившей поэзии. В основном в нашей ожившей поэзии я показываю, и наша основная работа – это воспевать имена поэтов, и поэтому в основном все композиции я сам сочиняю и сам же исполняю. Но, безусловно, у меня есть и эта основа творчества, пожалуй, каждого человека – который связан с музыкой. Безусловно, у нас есть любимые песни композиторов-классиков. И вот сегодня я вам покажу наше исполнение любимых песен, тех, которые, ну, классиков, композиторов. И начнем мы этот концерт с романса, классического романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Музыка Харито, слова Шумского, исполнение Самуила Фрумовича. Этот концерт мы сделаем тоже обзорный, поэтому я буду прекращать, ну, не полностью все показывать, для того, чтобы побольше вам показать нашу страну счастья. У нас наша, я называю нашу ожившую поэзию страной счастья, ибо здесь у нас бесконечное множество композиций, романсов, песен. И попадая в это множество, я, например, испытываю счастье. Хотел бы, чтобы вы тоже это испытывали. Итак, начинаем наш этот обзорный концерт, который называется «Любимые песни ожившей поэзии». «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Ваши любви хризантемы семён, и в душе моей рассвело тогда чувство первое и нежное любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Больном опусти.
темных сад, вас давно уже нет. Я брожу один, весь измученный, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце. Больно отцвели уж давно хризантемы. Ну, приостановим. Далее следует «А годы летят». Замечательная песня. На стихи. Друзья, послушайте новую музыкальную поэтическую композицию «Экспромт». Поэзия исполняется на промолчу. В атаке живем, не ждем тишины, мы юности нашей, как прежде верны, а сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад, и радости встреч, и горечь разлук. Испытали. Приостановим. Следующая песня «Белые акации», «Гроздья», «Душистые», музыка. Друзья, послушайте новую музыкальную композицию. Соловина насвистывала, гон молчал, и молчали дома. Белой акации гроздья души. Пролет нас водили с ума. Белой акации грустно, душистой. Ночь напролет нас водили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в темный
Однако стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Приостановим следующая песня о солдате. Слова Агашина, музыка Мигули. Друзья, послушайте новую музыкальную поэтику Валентины Кувсенко. Песнь о солдате. Пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои, но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хранил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь и в глазах, как ручья, отразился огонь? Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хранил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь и в глазах, как ручья, отразился огонь? Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хранил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь и в глазах, как ручья, отразился огонь? Ты же выжил, солдат. Даже трудно останавливать такую, такая замечательная песня. Следующая будет лирическая песня, замечательная, прекрасная, на стихи Фатьянова, которую я очень люблю. «Три года ты мне снилась». Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Алексея Фатьянова. Музыка богословская. Музыка. Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиной, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как
когда все случилось, в какие вечера. Снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню тебя. Моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось, в какие вечера, 3 года ты не снилась. Мы останавливаем следующее из старых любимых песен на стихи Фатьянова «В городском саду». Замечательная песня, прекрасный поэт. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию. Музыка Матвея Бла. Городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь, нет свободы. Встречу я тебя, знай, какой другой на свете нет наверняка, чтоб навеки покорило сердце моряка по морям и океанам. Нелегко пройти, но такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть небо мира я, с такой, как ты, не встретился. Приостанавливаем следующее. «Если б гармошка умела», тоже на стихи Фатьянова, музыка Лепина. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на Стимовича, видео Валентины Кувсенко. «Если б гармошка умела», любимые песни ожившей поэзии. Yeah.
цепляли в садах наших вишни. Рано догнали зреть рано веселые звездочки вышли, что на тебя посмотреть. Если б гармошка умела все говорить, не дая, русая девушка в кофточке белой, где ты, ромашка моя? Где ты? Откликнись, подруга моя. Птицы тебя всюду песни встречают, ждет ветерок у окна. Ночью дорогу тебе освещает, выйдя навстречу луна. Если б гармошка умела все говорить, не дая, русая девушка в кофточке белой, где ты, ромашка моя? Где ты? Откликнись, подруга моя. Приостановим. Следующая замечательная песня из фильма «Когда весна придет, не знаю». Забыла точно название фильма. Весна. Друзья, послушайте, думаю, музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». Рыбников пел ее. Борис Мокроусов, Алексей Фатьянов исполняет свою помощь. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная. И в непогоду, дорога, на этой улице подростком гонял по крышам голубей. Здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. Теперь сам не рад, что встретил. Моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Приостанавливаем. Следующая песня.
«Тишина за Рогожской заставой» из кинофильма «Дом, в котором я живу». Музыка Бирюкова. Друзья, послушайте новую музыкальную композицию «Экспромт» из «Стекла жившего». Тишина за Рогожской заставой, спят деревья у сонной реки, и составы идут за составами до кого. Скликают гудки. Подскажи, расскажи, утро раннее, где с подругами мы счастье найдем. Может быть, вот на этой окраине, возле дома, в котором живем, не страшны мы ничуть расстояния, но куда не привел бы нас путь. Ты про первое в жизни свидание и про первый рассвет не забудь. Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей. Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей. Приостанавливаем. Следующая у нас песня «Одинокая гармонь». Музыка Бориса Мокроусова. Слова Михаила Исаковского. Друзья, послушайте новую музыкальную. Исполнение Самуила Кузьмича. Вот дайте я чуть-чуть приостановлю. Вот смотрите, это у меня плейлист. Вот я объясняю своим соавторам. В основном я все делаю для соавторов, поэтов. Что как важно зайти на научиться, здесь очень просто, самое главное войти, зарегистрироваться и войти в почту Gmail, и вы создаете канал на YouTube. Как, вот смотрите, здесь, вот видите, я собрал, написано 10 видео из 973 любимые песни ожившей поэзии. То есть у нас есть 973 вот здесь, вот в этом, на этом, на этой пластинке я собрал на этом плейлисте 973 песни. Представляете, вы можете точно так же свои стихи здесь собирать в одном плейлисте и потом показывать на весь мир. Вот, и поэтому я думаю, что вам понравится этот концерт. Мы уже его заканчиваем, и вы захотите еще, и еще, и еще. Наша ожившая поэзия – это страна счастья. Для тех, кто чувствует музыку, чувствует поэзию, чувствует душу нашей ожившей поэзии. Итак, продолжаем «Одинокая гармонь». Снова заняло все рассвета, ветер скрипит.
только слышно на улице где-то одинокий гармон. Только слышно на улице где-то одинокий гармон. То пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется океан. Словно ищет потемка кого-то. И не может никак отыскать. Словно ищет потемка кого-то. И не может никак отыскать. Ведь скоро начиная прохлада с явным цветом летает густой. И признайся, кого тебе надо. И скажи, гармонист молодой, и признайся, кого тебе надо. И скажи, гармонист молодой, может, радость твоя недалека, и не знаю ее, и ты ждешь. Дождь ты бродишь всю ночь одиноко. Что ж ты тихо спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты тихо спать не даешь? И на этом, друзья, заканчиваю наш первый концерт из цикла «Любимые песни ожившей поэзии». Вот видите, здесь написано 10 видео из 973. Мы сегодня послушали 10 любимых песен нашей ожившей поэзии, а их всего, ну, вот там на данном плейлисте 973, ну, конечно, это необъятная наша страна, наша ожившая поэзия. С вами был Самуил Фрумович. Всем доброго. Ставьте нам лайки, делайте просмотры, и мы будем продолжать работу нашей замечательной ожившей поэзии. До свидания, до новых встреч. Всего вам доброго.